14 по 29 марта на главной сцене Красногорска пройдет театральная весна 2020. В репертуаре 22-го фестиваля музыкальные и драматические спектакли, литературные композиции, музыкальные сказки и авторские сценарные работы. Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри. Церемония открытия фестиваля состоится 14 марта в 12 часов на большой сцене ДК Подмосковья. Зрителей ждет постановка Муниципального центра духовной культуры «Читая Теркина». В этот же день в 13:30 юные красногорцы от 6 лет приглашаются на часовую музыкальную сказку «Трубадуры и его друзья» студии «Умка». В 15 часов детская хореографическая студия Дворца культуры «Светлячок» представит свою 12-минутную танцевальную зарисовку «Муха-цокотуха». В 15:30 театральная студия «Овация» Центра культуры и досуга поселка Отрадное покажет спектакль по мотивам сказки Пройслера «Хорошая баба-яга». В 16:30 начнется 40-минутное музыкально-поэтическое выступление образцовой театральной студии «Кружево» культурного центра «Архангельское» под названием «Еще тогда нас не было на свете». К просмотру приглашаются зрители старше 6. В 18:00 молодежный театр «След» творческой лаборатории «Бэкстейдж» группы компаний «Союзнаб» представит на суд жюри и публики 60-минутную гипнотическую комедию «Любите друг друга» по пьесе Василия Сигарева. 15 марта программа фестиваля начнется в 11 часов. В это время на сцене культурно-выставочного комплекса «Знаменская Губайлова» выступят артисты музыкально-драматической мастерской Дарьи Коршунова и Красногорской филармонии с часовым иммерсивным спектаклем к 75-летию Победы «Непридуманные рассказы». В 12:30 в ДК Подмосковья театральная студия Муниципального центра духовной культуры «Берег детства» представит одноименный спектакль продолжительностью 60 минут. В 14:30 бытовую драму «Девочка из города» по повести Воронковой покажут театралы студии «Зазеркалье» культурного центра Красногорья. На 95-минутный спектакль приглашаются зрители старше 12. В 16:30 театральная студия «Ростки» 18-й школы начнет свою 40-минутную клоунаду «Отношения родителей и детей» под названием «Калейдоскоп». В 17:30 на сцене появятся артисты театра «Фортуна» центра «Артнах» со сказочной повестью «Волшебник изумрудного города». Спектакль продлится 40 минут. В 18:30 начнется представление для зрителей старше 6 лет. 40-минутная постановка «Маленькие герои большой войны» по мотивам произведения о пионерах-героях театральной студии «Родник» Дома культуры «Луч». 21 марта в 11 часов театральная студия «Забияки» парка в Красногорска покажет 50-минутный спектакль «Невероятные приключения Глафиры Федоровны и Агнесы Львовны» или «Новая технология» по мотивам сказки Корнея Чуковского «Федорино горе» для зрителей всех возрастов. В 12:30 спектакль «Приключения Незнайки и его друзей» продолжительностью 60 минут представит театральная студия «Родничок» гимназии номер 5. В 14:30 коллектив школы «Исток» выступит с полуторачасовой театрализованной композицией для зрителей старше 12 к 75-летию Победы «Диалог с прошлым». В 16:30 часовой мюзикл «Деревенская комедия» театральной студии «Триумф» Дома культуры «Мечта». В 17:45 театрализованную композицию «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова в Малом зале представит театр-студия «Отражение» ДК Подмосковья. На 80-минутный спектакль приглашаются зрители старше 12 лет. В 19:30 народный коллектив шоу-театра «Максимум» культурного центра Красногорья покажет новую драму «Гроза» по одноименному произведению Александра Островского. К просмотру приглашаются зрители старше 16, продолжительность 110 минут. 22 марта в 12 часов Центр творческого развития и патриотического воспитания «Школа гардемаринов» под руководством народного артиста России Дмитрия Харатьяна покажет часовой музыкальный спектакль «Поверь в мечту» для зрителей старше 6. В 13:30 студия «Вива» гимназии номер 6 представит 80-минутный драматический спектакль «Дневник невидимки». К просмотру приглашаются зрители старше 12 лет. Для этой же возрастной группы в 15:30 комедию по пьесе Александра Пушкина «Граф Нулин» продолжительностью 40 минут покажет театральная студия «Лицея Ковчег. 21 век». В 17 часов выступит театральный кружок «Зенит» Красногорского завода имени Зверева с часовым спектаклем «Провинциалка» по мотивам одноименной пьесы Тургенева. В 18:30 зрители увидят двухчасовую эксцентрическую комедию «Шансон Л'Амур» по пьесе Ричарда Байера «Два старых краба с нежным панцирем» театрального коллектива «Ваш выход» молодежного центра для аудитории старше 16.